В акте в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 3 своих детей, вынесен приговор пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Напомню, 3 детей 2011, 2014, 2016 годов рождения были убиты с особой жестокостью 24 марта в одном из домов 27 микрорайона. Тогда в качестве подозреваемого был задержан их отец. По материалам уголовного дела, данный вопиющий случай произошел после очередной ссоры между экс-супругами и родителями убитых детей. Подсудимый якобы хотел покончить самоубийством, однако вместо этого лишил жизни собственных малолетних детей. По словам председателя суда Иниятолы Досетова, подсудимый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Якобы преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Однако это не могло послужить оправданием при вынесении приговора. Председатель суда напомнил, что по закону у осужденного есть возможность в течение 15 дней подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. То есть он своих троих детей в двухкомнатной квартире, закрыв изнутри, сперва всех троих топором нанес особо тяжкие телесные повреждения, удары в область шеи и головы. Затем двоих дочерей, которые еще дышали, разрезал ножом в области шеи. Приговоры мы ему назначили наказание по статье 299 части 3. Мы назначили ему пожизненное лишение свободы.